Так, песня называется «Жить». Она из цикла моих таких более духовных песен. Не спрашивай меня сегодня ни о чем. Я ныне многого, увы, не знаю. Но я в надежде свечи возжигаю и верю в то, что знает все лишь тот, кто создал все. Если хочешь плакать, плачь, я с тобою слез не прячь. Не порвется, может быть, тоненькая нить, тоненькая нить из глубины души, верою своей дыши. И держи за эту нить, верить, чтобы жить, верить, чтобы жить. А жизнь как недописанный куплет. Как хорошо, что есть горячий чай. А мы с тобой знакомы столько лет. Ты на меня сегодня весен чай. Но если хочешь плакать, плачь, я с тобою слез не прячь. Не порвется, может быть, тоненькая нить, тоненькая нить из глубины души, и верою своей души. И держи за эту нить, верить, чтобы жить, верить, чтобы жить, верить. Сказать не знаю, словами все не скажешь. Вот оно как бывает, вот они чувства наши. Но мы с тобой вместе, и значит все не так уж. Там уже скоро Рождество. И если хочешь плакать, плачь, я с тобою слез не прячь. Не порвется, может. Верить, чтобы жить, верить. Жить, 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 слышишь, верить. Жить, жить, жить. И если хочешь плакать, плачь, я с тобою слез не прячь. Не порвется, может. Спасибо. Ну да, это песня о том, что нет безвыходных ситуаций. Если у нас есть вера, всегда можем как-то вырулить с Божьей помощью.
Ну да, вот такая еще одна будет песня, в общем-то посвященная евангельским событиям. Те люди, которые имеют некоторое отношение к церкви, они как бы живут в двух мирах, да, вы знаете. Даже, может быть, не в двух, даже, может, в трех измерениях каких-то. Вот. Но я хотел даже сказать о том, что живут в двух обстановках. То есть, с одной стороны, это наша современная, да, обстановка, с другой стороны, это обстановка времен Евангелия, потому что каждую неделю, то и дело, ну, не каждую неделю, но вспоминаем те или иные события из жизни Спасителя. Вот сегодня мы вспоминали 10 прокаженных, и хотя мы ни разу не видели таких людей, но тем не менее, вот, говорят, что мы все прокаженные в каком-то, да, смысле, да. Ну, может быть, да? Да, но точно. Поэтому вот эта песня, она про те времена, но в то же время и про эти. Называется она «Пели птицы на заре». Собаки сбились в свору, он оставил Назарет и взошел на гору. Он оставил Назарет и взошел на гору. Это не философия, и это не психоз. Просто Петр бросил лодку и сети, когда рядом проходил Христос. Петр оставил свою лодку и сети, когда рядом проходил Христос. И он пошел за ним. Люди на простом примере, силою Иешуа обновились в вере. Мудростью Иешуа обновились в вере. Это не психология и не массовый гипноз. Просто Левий бросил все свои деньги, когда рядом проходил Христос. Левий Матвей оставил все свои деньги, когда рядом проходил Христос. И он пошел за ним. Зашли в тупик, вожди содрогнулись, но лишь страдальцы лих поник, и мертвые проснулись. Лишь страдальцы лих поник, и мертвые проснулись. Это не галлюцинация, не экзальтация, да, слез. Просто у Клеопы горело сердце, когда рядом с ним шел Христос. Учеников сердца горели, когда рядом шел воскресший Христос. И они пошли за ним. Най-н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 ай
Все, спасибо.